Друзья, всем доброе утро! Доброе египетское утро! Всем привет из Хургады! Посмотрите, какая красота! Какой у нас прекрасный вид! Вот это ли несчастье? Выходишь, и вот такой вид! А посмотрите, у нас здесь... Да, я вас тоже приветствую! У нас здесь сразу-сразу море! Вот! Сейчас практически 7 часов утра, и мы уже вышли, решили до завтрака искупнуться, пока не сильно жарко. Я, короче, накрасила губы красной помадой, одела красное платье, красный купальник. Короче, говорю, все, я на отдыхе, когда мне еще наряжаться, когда одеваться? Я вышла через балкон, вот наш номер. Я вышла через балкон, а Сережа с Настюшей в обход, чтобы двери закрыть. Настюшке я сделала чай. Как дела? Всем привет! Всем привет! Настюшка, и ты скажи всем привет! Все. Сережа, представляешь, мы, кстати, вчера так и не увидели в темноте, где море. Вон, сразу. Сразу за поворотом. Это ли не рай? Но у меня... Ой, так шея болит. Боже, мне когда... После каждого перелета все время что-то болит. О, ветер морской. Смотри, вон флажок. Горит на солнышке флажок. Попей чаёк. Класс, да? Все, пойдемте искать место и пойдем плавать. Да, плавать, Настюшка. Догоняй маму. Догоняй, догоняй, беги, беги, догоняй. Так, друзья, показываю и рассказываю наш пляж. Здесь посмотрите, как мало воды. То есть какая вообще маленькая глубина. Протяженность вот такой вот просто небольшой глубины, чтобы поплавать, это где-то 100 метров. А это сделан специальный пляж для детей. Ну вот, вот такой вот миленький, ходить вот. Как Настюшка, вон с мячиком играется. Вот, для тех, кто хочет поплавать поглубже, вон там есть пирс, и можно туда заходить и нырять с пирса. Там, кстати, вон даже корабли приплыли. Вот, вот такой пляж. Здесь, видите, сейчас никого нету, одни мы. Ну, я довольна, честно, потому что я боюсь плавать, и за Настюшу боялась здесь. А здесь вот прийти, поплёхаться в водичке, а потом мы пойдем уже, когда сильная жара будет, в детский лягушатник. Пойдем в бассейн и будем там уже тусоваться. Так, друзья, мы пришли на завтрак. Да? Взяли себе тут омлета, сосиски. Настюша тоже кушает, да? А сосиску ты ела? Ну все, кушай булочку. Лизать будешь? Мы себе тут набрали всего-всего. И омлета, и пюре, и сыра. И сосисочек. Короче, всего по чуть-чуть. Надо же все попробовать. А? Сыр. Сейчас дам тебе бутылочку твою. Сережа пошел себе тоже накладывать. На чаек. На чаек. Стоп, стоп, стоп. А? Все?
Сережка идет. Сейчас посмотрим, как он идет. Молодец. Все диетное. Все будем кушать. Всем приятного аппетита. Мы пришли сейчас на бассейн. Чилим. Чилим. Сережа вон с Настюшкой плавает. Сережа учит Настюшу плавать. Мы уже, кстати, плавали и в жилете. Вон наш круг, мяч, второй мячик маленький плавает. Настя хочет просто так, без всего плавать. Хорошая территория, мне здесь нравится. Рядом аквагорки, но они еще не включились. Вот в этом здании мы кушаем. Территория очень красивая, мне нравится. Я сейчас иду, отгадайте, куда. Там у нас вот есть барчик небольшой, и там изготавливают свежевыжатые соки. Я уже сходила на разведку, но он меня послал. Сказал, приходи через 10 минут, он будет открываться. Дал мне, спросил, какой ты хочешь сок. Я сказала, пока не знаю. Он дал мне чуть-чуть попробовать манговый, очень вкусный. Поэтому я сейчас иду, хочу взять апельсиновый, Сереже какой-нибудь закажу. Боже, вот это кайф. Посмотрите, вот с этой стороны вообще вот видно хорошо. Супер. Так, вот этот барчик. Сейчас подойду. У вас тут красота. Я не все. Я не... Что, я рано пришла опять? Я блогер из Беларуси. Да, подписывайтесь на мой YouTube-канал Катя Беларусь. Посмотрите, какая красота здесь. Просто рай. Манго, арбузы, апельсины. Все, что хочешь. Все, что хочет душа и тело. А я смотрю, а это все платное? Да. А я думала бесплатно, что у нас все включено. Натуральный сок это платный. А? Сок это платный. Платный сок? Да, потому что это платный. Я и денег не взяла. Да что это такое? И сколько, так, сколько стоит? Что мне опять ходить? Просто манго, просто апельсин, 2 стакана за 5 долларов. Хорошо? Mm-hmm. Если будет коктейль такой, как чуть-чуть манго, чуть-чуть клубника, чуть-чуть киви, чуть-чуть банан, uh-huh. Если один стакан будет за 3 доллара. У меня есть тоже мохито без алкоголя, пиноколада без алкоголя. Это коктейль на мороженое. Хорошо? Как ванилла, шоколад такой. Это тоже на мороженое. Так. Это арабы. А листик мяты можно сюда? Что? Листик мяты. Просто мята? Да. Супер. Супер. С
Спасибо. Жалко. Вы супер. Вон шарик, вон. Дядь, иди возьми. А вы его завязали? Настюш, бери, иди возьми шарик. Настя потом будет готов, когда свежают. Скажи спасибо. Скажи спасибо. Он мы поделили. Бери шарик. Потряси. Потряси шарик. Давай, come on, come on. Пока, пока. Окей, пицца. О, супер. Спасибо. Я блогер из Беларуси. Мама. А, в тарелочку, да. Спасибо, супер. Спасибо. Так, друзья, ну что, пробую пиццу. Настюшка, сейчас тоже попробуешь, пока остынет. Очень вкусно. Но остренько. Я вот заметила, что все египтяне добавляют в еду все такое острое какое-то. А мы пришли на ужин. Сейчас я покажу минимально, что нам дают на ужин. Здесь у нас жареный картофель. Фаршированный перец. Здесь у нас лазанья, меланас, парминас какой-то, здесь жареная курочка, это, мне кажется, она подгорела немножко, здесь овощи на гриле, тоже рыба на гриле, зеленая фасоль рагу, говядина и... белый рис. Так, а здесь у нас целая индейка. Ничего себе, такая большая. Супер. Здесь у нас хлебобулочные изделия. Здесь у нас различные добавки к салатам, салатики. Здесь, посмотрите, какие прикольные арбузы вырезаны. Различные знаменитости. Здесь закусочка. Все свеженькое. Салатики, помидорчики. Приправы, специи. Так, а здесь... Здесь у нас сладости. Что за кебаб. Помидоры и мясо, рис и вермишель. Смотрите, какие тортики, боже, разве можно целое унести? Я сейчас обязательно себе что-нибудь возьму. Все, прощай фигуру, а это, боже, шедевр, шедевр. А это какая красота. Бананы в шоколаде, фрукты. Желе. О, желе, кстати, надо на суши. Так, и здесь что-то готовят. Сейчас я посмотрю. Паста. А, здесь у нас блинчики готовят. Паста, белый рис, макароны. Пожалуйста, можно арбузика? Чик-чик-чик. Bon appétit. Спасибо большое. Bon appétit. Так, где там мои сидят? А
один арбуз упал. Там один арбуз упал. Сори. Настюша, смотри. На. Арбуз. Алло. Она без настроения. Без настроения. Пока, пока. Слушай. Алло. Она без настроения. Молодец. Анастейшн. Анастейшн.